Обзор приколюх из фикс-прайса. Я вам отвечаю, мне нельзя туда ходить. Моя воля, я бы там жил. Маятник для принятия решений. Кстати, я очень давно хотел такую штуку, потому что я видел ее в рекомендациях, но не знал, где заказать. Ибо во всяких а-ля шоурумчиках это стоило рублей 700-800, а в фикс-прайсе всего-то 200. Магнитный маятник для принятия решений. 22 сантиметра. Насколько понимаю, это сам маятник, а это подставка, и он должен указать на одно из решений. Да, возможно, спроси друга, нет, можно рискнуть, попробуй еще раз. Это вот сюда вставляется, затем ставится. Нужно что-то спросить, добью ли я 10 миллионов в этом месяце. Да? What? Маятник, а ты не врешь? Возможно?